Всем привет, дорогие друзья! Вышла новая обнова в игре Gorbox на Android. Это версия 10.4.0 бета на Android. Вот полный список того, что находится в этой новой версии. Самое интересное, это две новые карты, плюс RPG, новое оружие, наконец-то хоть что-то интересное, и также новые звуки. Прочитали, все поняли, погнали играть. Нажимаем на play, вот и две новые карты. Это получается типа тюрьма и какие-то башни. А, они разрушаются походу. Ну, сейчас, ребята, протестируем. Я еще на этих картах не играл, это мой первый обзор этого обновления. Погнали, появляется реклама, сейчас быстренько закроем. Ждем. Так, вот, пропустить, крестик, все, отлично. Так, тюрьма, сразу хочу взять РПГ, где же ты, РПГ, ё-моё, офигеть, наконец-то взрывное что-то. Что за фигня, ребята, это дверь на... Ой-ой-ой-ой, а как эту дверь открыть? Открывается вроде, подождите, ждем. Ага, фиг-то там, ничего не открывается, возможно, там какие-то звуки происходят, я не знаю, ребята, что это за карта? Так, а куда лезть? Опять какие-то секретики, да? Сейчас попробуем полетать, что-нибудь с вами и придумаем. Нет, я умер. А чего я умер-то? А-а-а, кровью истек. Все, я понял. Ладненько, давайте разбираться с этой картой, потому что не все просто так. Взлетаем. Сейчас будем куда-нибудь улетать. Пробовать? Да нет, ребят, вообще невозможно. Я не знаю, как ее открыть, что делать, пацаны. Как ее открыть? Возможно, как-то она открывается, или это так и есть, типа вот просто тюрьма и все. Ну ладно, прочитаю потом ваши комментарии, вы обязательно напишите, что нужно здесь сделать, потому что я не знаю. Короче, выходим отсюда, давайте протестируем следующую новую карту. Play, Powers. Да, ребята, башня, которая полностью ломается, вот это уже круто. Еще одна реклама, но ничего страшного, быстренько закрываем и давайте посмотрим на эту карту. Ну, знаете, такая симпатичная, какая-то непонятная графика у этой карты, но все же она выглядит прикольно. В моих мыслях такие мысли, типа, вот здесь я было бы круто попаркурить, только я не вижу, где можно это сделать. Давайте включим режим полета, я все кнопочки включаю постоянно, и взлетим наверх, посмотрим, что там наверху. Опаня, не, красиво, о, вот это да, здесь я броник лежит, получается, и такая вот фигня, можно вот так вот подойти, и она тебя скинет. Ну а зачем, ребята, нам подходить? Правильно, сейчас поставим NPC... Там уже кто-то стоит. Нифиговая карта. Летим и с ноги влетаем. Бэм, прощай, братишка. И вместе с ним полетели, посмотрим на повреждения. Хе, живучий какой, а. Теперь взлетаем и давайте сейчас закинем NPC туда вот, который крутится фигнюшки. Опаня, Gorbox. Логотип игры. Теперь берем нашу пушечку, NPC, и ставим его сюда, и пусть ломает. Но, нифига его разломало. Ну-ка, братишка, давай до конца уже здесь побудь. Ну-ка, ломайся. Да, если так нормально вот поставить, прям в середину, то будет вообще четко, посмотрите. Бум-бум, вот это да. А, кстати, она не разрушается, я уже пробовал ее разрушить, но она вообще не разрушается. Посмотрите, вот это может быть сейчас разрушится, но основные части этой башни не разрушаются. Вот видите, она как бы разрушилась. РПГ это вообще, ребята, тема. Просто бомба. И напоследок, я думаю, что мы сейчас с вами просто-напросто с этой РПГ взорвем кучку NPC. И можно смело завершать обзор нового обновления игры Gorbox на Android. Так, не разрушается, ребята. Я думал, что это башни разрушаемые. Может, они разрушаемые, но нужны бочки. Не знаю. Я хочу поставить много NPC и с помощью РПГ взорвать, и все. Так, берем пушечку и ставим. Блин, а зачем я ее убрал? Все. Прям в кучку, да? Вот так вот. Пусть лагает, пофигу. Я думаю, достаточно, да? Жаль, они все попадали, но сейчас встанут. Перезарядочка, как раз один патрон остался. А, нет. Все, я готов. 1, 2, 3. Ничего себе, посмотрите, каждые кусочки подлетали. Вот это интересно. Теперь я хочу танки, вертолеты
и еще больше таких вот взрывных пушек. На этом все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока!